Я очень дружил с Адой Якушевой. И познакомились на радиостанции «Юность». И мы выступали с Сашей на этой радиостанции в гостях у Татьяны Висбор. И Ада звонила, потому что пели ее песни. И очень рады, счастливы, что Таня Висбор позвала не меня, я сейчас в роли аккомпаниатора, а мою дочь. Смотрят горы на меня.